Hey, yo, guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру под названием Мас... Ну, Колденс, и, короче, Жук-король. Короче, король. Забейте. Опа. Опа, 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 я это уже заметил. Так, у меня вниз есть, справа, влево и вниз. Чё ты такой? Гомнюк. Ха, зараза. А что с ними не так? Сразу такие спокойные стали. Давайте сначала сюда схожу. Так, там прыгун у нас. Да-да. Непонятные статуи. А, думал, я твои челюсти не замечу. Наивный. Ну, а войти. Вот светлячка бы сюда. Да уж. Блин. Пипец, это сложно. Чё, гоните? Не, я понимаю, что сюда нужно светляка, но... Давайте смотреть правде в глаза, мне его нету. Окей. Хилимся. Ага. Угу. Классно. Я осознаю факт, что тут очень сложно. Если тысячу... Ну блин, 1800, камон, собирать. Так, прелестные дети, к нам пришли чудовище во тьме. Поете ли вы для него? Окей, я понял. Короче, сюда я не пойду без фонаря. Просто это будет изи слив. Это будет изи слив. Говорю я. Это я пошел в другую сторону. И
Окей, хилимся. Воу, воу. Я понял тебя, дружок. Зараза. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, бля. Ух ты ж, ё-моё. А, ну хотя бы не так далеко, слушайте. Вот не так далеко. Окей, давайте духа сначала одолею. Что за херня? Издевается? Я буду осторожно тогда делать. Бом, бом. На самом деле это легкий босс. Главное бить его правильно, не путаться в кнопках, как я. И готово. И готово. Раз, два. И раз, два, три. Босс готов. Так, ну, 800 есть. Осталось еще 1000 нафармить. Я думаю, здесь немножко осталось. Так, ладно, давайте тогда я наверх пойду. Не, ну это точно был босс, это я в этом уверен. Ах, ах ты гомнюк. А, получил. Так, поехали вниз. Вниз, вниз, вниз. Так. Опять непонятное место. А жука главное только убивать, да? Его оседлать никак. Или можно оседлать? Вот, знаете, здесь только 50-50. Типа, либо можешь, либо нет. Если он так ходит, значит можно. Попробуем. Ага. Попробовал. А, отвечаю, можно. Можно их оседлать, да. Прикольно, прикольно, прикольно. Теперь нужно отсюда как-то выбираться. Брейк. Так,
Дальше я мог бы пойти вниз. А. Точно, здесь безопасная зона. Не, я могу, конечно, знаете, просто пофармить на врагах. Однако это будет долго. Так уж интересно. Окей. Ой, стой, там что-то было наверху. Наверх. Вот здесь что-то лежало. Ладно, нету, так нету. Туманный каньон. Вау. Вау. О! Картовик. Вон лисики, мне нужно туда попасть. И никак. Он поет, но и туда не никак не попасть. На две ячейки взрыв. Зрели. Просто минус жизнь. Так, печать Келустона. Хорошо, у меня еще есть дополнительная жизнь. Пускай будет так, окей. То, что у меня жизни нету. Это уже херня. С той стороны тоже, да, это фигня. А, так и понял. Вы издеваетесь. Вы... Ой, чё я тупанул? Блин, нужно было отхилиться. Да, классно. Теперь я в жопе. Большой жопе. Ух. Ух. Теперь нужно как-то подняться обратно. Или спуститься вниз, наоборот. Урум. Не, это большие очень опасные. Ой.
Я шо срался? А, сюда не пройти. Так, здесь я могу пройти, интересно. Но в основном показывает сюда нужно идти. Я бы этих буду обычных убивать. Блин, ну большие это жесткие. Большие это жесткие. Все, просто минус. Просто минус все, минус жизнь. Просто минус жизнь. Так, механизмы. Если что, я заплачу, чтобы активировать здесь проезд. Слушать. Привет, Кроха, я только хотела закрываться, а тут и ты. У порога. Я могу предложить тебе банковские услуги, если интересно. Так, ужасный порог потерять все заработанное гео. А это дело нетрудно, если все носить с собой. У меня в хранилище гораздо безопаснее. Я работаю банкиром уже много лет. И они никогда и ни одного гео не потеряла. Ну, как? Хочешь открыть счет? Заплатить за открытие счета? Окей. Умное решение. Теперь, когда у тебя настигнет какой-нибудь злобный зверь, ты так, ты порадуешь вспомнить, что твое гео в целости и сохранности в моем хранилище. Панцирь, классно. А теперь самое время положить гео на счет. Максимальный баланс 4000, да? Ну, блин, я даже не знаю на самом деле, потому что... Не, я не буду ложить ничего. Милибель, прости, ну нафиг надо. Так, береги себя, балу-ла-ла. Так, ладно. Дело в том, что, ладно, допустим, я положу на счет, да? Но все равно... Ой, да, тут все-таки есть. Вездевой питомчик. Королевы. Вокзал королевы? Так, а куда мне хотя бы идти? А то я сейчас заблужусь на самом-то деле. Так, там босс. Нет, нахер надо. Кажись тут или кто-то был? Так, давай платить еще за этого. Ох, тоже ищешь вкусности, да? Я тут набрела на примечательные маленькие грибки, что растут над нами. Растут только на этом вокзале. И на вкус просто божественные. И что? Это место ранее было довольно оживленным, как-никак граница двух земель. Туманный край с одной стороны и те грибные пустоши с другой. Кажется, что ни там, ни сям не рады гостям, поэтому пока вкусности есть, я останусь здесь. Приходи в любое время, и хоть мне и по душе, что тут тихо и спокойно, немного компании порой не помешает. Да. А здесь будет ездевой. О, да, наконец-то. Карта обновлена. Да. Брик.
Хотя не, я сохранился, да, можно тогда идти. Мы же собираем себе на светлячка. Ага, здесь у нас такое вот дело. Добро. Да, все-таки двойной прыжок где-то здесь где-то должен быть. Пойдемте тогда на босса, я не знаю. Пустошь. Оу. Нет, это не босс. Ох ты ж, ё-моё. Окей. Не. Я понял, я могу здесь купить листиков. Так, стоять. Ага, мой маленький друг, ты нашел меня в самый подходящий момент. Я только что закончил карту этих ядовитых пещер. У них приходит довольно враждебные создания. Советую их избегать. А если спуститься глубже, можно встретить необычных худых жуков. И они кажутся разумным. Так, молодые годы я бы излазил эти пещеры вдоль и поперек, но думаю, с моей нынешней фигурой я не могу унести ноги. Если они вдруг прибегут к насилию. За 70, конечно, возьму. Ну ты что, шутишь? Смотри-ка. Ой, ёбан. Ага, то есть у меня сейчас два прохода, я могу либо вниз. Давайте сразу, я думаю. А. Ага. Нет, вниз не получится, хорошо. Вниз у нас не получится. А как вы атакуете, ребят? Или вы как обычные мухи? Жизнь. Другой вариант правильный. Как обычные мухи. Нихера себе, ты взрывчатка. Ты тоже взрываешься в конце? Да. Но этот, я вижу, взрывается быстрее, чем тот. Так. Что, что, что? Нихера! Нихера! Нихера, грибок! Так, пошнали за душами. То это пипец. А, все правильно. Блин, это ползти далеко до этих грибных чуваков. Да что, разве скамейки не было? Серьезно? Ладно. Я кнопки опять перепутал.
Блин. Не, вот это на самом деле дохера опасные грибы. Печать холостена. До свидания, до свидания. Не, ну вас, ну вас нафиг. Ну вас нафиг. Уху-ху. А, и вы здесь тоже. Перегонки со смертью, да, короче, у меня? Ага, тоже взрывные ребята. Тоже взрывные ребята. Да, то, что везде грибы-убийцы, это такое. А, я ж понимаю, что сейчас будет. Ладно. Поехали. А, не. Я думал, это босс. Воу-воу-воу! Вы что, серьезно? У нас тут две виды атаки у этих грибов. И главное, что из этих мелких вообще ничего не падает. Ладно, пойдем сюда. Ладно, раз, два. Так, рычаг. Ага. Типа я такой тупой, да? Типа я не вижу ловушки. Окей. Ага, как-то легко. Осмотреть. Ячейк амулета. Могу сказать, это скорее всего были боссы. Нелепые боссы на самом-то деле. Ауч! Так, ладно, отхилюсь. И погнали. Просто у тех более такая как... Давайте я лучше пойду в этот. Что там за место? Забытое в перепутье.
локация здесь, конечно, отвратненькая. Ну, давайте сюда забегу. Здорово. О, отдохнуть. Карта обновлена. Давайте, может быть, здесь и закончим, в принципе. А на что мне эти дают? Панцирь Бальдра. Так, защищает носителя крепким панцирем, пока тот фокусирует душу. Панцирь не вечен и рано или поздно может треснуть от удара врага. Серьезно? Колючка страданий. Чувствуете боль, наносящие и карающие за этот мир вокруг него. Атакует колючими сорняками всех врагов поблизости каждый раз, когда вы получаете урон. О, отлично. Так, что здесь у нас? А вот это что? Так, печать Хелсона. Официальная печать Хелсона, символ власти короля и его рыцарей. Так, древность из прошлого Хелсона, вещь бесполезна, но может заинтересовать тех, кто увлекается историей королевства. Так, накидка с мотыльковой простычкой позволяет носителям проверить. Так, это было герб и тухлое яйцо. Фокус. Да, маску нужно собирать. Так, это карта, да, у нас получается. Да, тут много довольно врагов. А ну. А-а-а, здесь не показывают тех, кого мы еще не встречали. А, давайте тогда закончим на этом. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.